Всем привет, друзья! Вы на семейном канале Baby Go. Здравствуйте, наши дорогие Baby Goши! И сегодня еженедельный 13-й выпуск. Поехали! Итак, у нас победитель конкурса «Угадай блогера» в этот раз стал Какао. Он угадал. Kids Diana Show. Вот оно, Kids Diana Show. Молодец, Какао. Давай ему привет передадим. Привет, Какао. Ссылочка на тебя в описании. А в конкурсе «Найди пасхалку» победил Алексей Чупчик. Он самым первым написал правильное время и нашел пасхалку. Пасхалка была в челлендже. Это был наш значок, и в этот раз у нас конкурс на пасхалку продолжается. Вот, найдите этот значок в течение недели. Кто первый найдет, напишет время, тот будет победителем. Мы передадим привет и дадим на него ссылочку. А Алексею Чупчику мы тоже передаем привет, да, День? Привет, Леха! Привет! Друзья, и давайте чуть-чуть поактивнее. Вы пишете, что вы нашли пасхалку, но не пишете время. Мы из этого сильно расстраиваемся. Не забывайте, что, конечно же, продолжается конкурс «Угадай блогера». Вот он, блогер этой недели. Ну и, конечно же, правило, что вы должны быть подписаны на канал. Обязательно надо поставить пальчик вверх этому ролику, да, Денюш? Как пальчик вверх поставить? Вот так вот, да. Единичкой. Ну и, конечно же, рассказать о нас друзьям и написать в комментариях, что же это за загадный блогер. Ну а мы переходим к основной части, передаем приветы 6 лучшим комментариям на этой неделе. Погнали! Итак, первый комментарий, который мы хотим выделить на этой неделе, прислал Даза. И он написал: «Здравствуйте, видео супер, посмотрел до конца, поставил лайк, скажите, когда же у вас стрим?» Ну, мы тут с Дэном посовещались, да, Дэн? У нас стрим будет на 10 тысячах подписчиков, мы об этом постараемся оповестить вас заранее. И ну, давай Дазе передадим привет. Да. Привет, Даза! Маши ручкой. Да. Да. Сколько у него лайков-то? 10 лайков собрал Даза. Погнали дальше. Следующий комментарий прислала Рэя Найо. У нее сколько лайков? 8. 8 лайков она собрала. Это второй комментарий к первому ролику на этой неделе. Она написала: «Прикольные машинки». Спасибо тебе большое, Рэя Найо. Да, давай ей передадим привет. Привет тебе, привет. Денисочка. Следующий комментарий прислала Куки Старкэтс. Дин, сколько лайков у меня? 13! 13 лайков! Она написала следующее. О, ваш ребенок такой замечательный. Большое тебе спасибо, наша дорогая подруга. Ну и мы тебе, конечно, передаем привет. Дин, давай приветик передадим. Да. Привет! Привет, Куки Старкэт! И следующий комментарий прислал канал Игорь Нет. Игорь пишет нам, что он очень хочет победить, никак не может собрать 30 лайков. Да, Игорь молодец. Он уже позвал 10 друзей, но под комментарием не собрал 30 лайков. Помогите ему, друзья. Вы помните, у нас на канале есть конкурс, в котором надо позвать 10 друзей и набрать 30 лайков, и получишь 300 рублей на телефон или на Киви. Давай Игорю передадим привет. Да. Игорь, привет! Привет! Следующий комментарий прислала нам Маша Лайф. И раньше она называлась Маша Гимнастика. Сколько лайков собрала Маша Лайф? 30. Ну ладно. 30. 16 лайков Маша Лайк собрала. 30. Они классные, а Дэн милый. Спасибо тебе большое. 30. Давай ей приветик передадим. 5. Маша Гимнастика или Маша Лайк, приветик тебе. 5. И последний комментарий на этой неделе прислала Виктория SLPS and FNAF. Вот такое большое название. Что она написала, День? У вас такой милый сын, Денечка. Большое спасибо, надо сказать ей, да? Спасибо тебе большое, нам очень приятно. Спасибо. Большое спасибо, да. Сколько она лайков-то получила? Посмотри. 10. Разве? Ну-ка, посмотри внимательно. Сколько она лайков получила? 11 лайков. Ну, давай передадим привет Виктории. Давай. Привет тебе, Виктория. Привет. 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 Друзья, ну это были все самые популярные, интересные комментарии на этой неделе. Не забывайте, что этот конкурс, конечно же, продолжается, что мы выбираем по 2 самых популярных комментария к каждому ролику в течение недели. У каждого есть шанс победить, поэтому пишите нам классные, интересные комментарии, и вы обязательно попадете в выпуск. Ну и, конечно, не забывайте искать пасхалку, пишите обязательно время. Пасхалка может появиться во вторник. Пасхалку! Да.
И пасхалка может появиться как во вторник, так в четверг, так и в субботу. Поэтому смотрите внимательно наши ролики. И ищите, как мы уже говорили, вот этот вот значок. Ну и не забывайте, что вот он, загаданный блогер этой недели. Ответы мы ваши принимаем до пятницы. Вон там, наверху, наверху. Вот здесь, да, уже сюда переехал? Да. Ответы принимаются до пятницы, так что всем тоже удачи. И, конечно же, рассказывайте о нас друзьям и ставьте лайки, чтобы поучаствовать в этом конкурсе. Ну а мы с вами ненадолго прощаемся. Ставьте нам пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших самых свежих новостей. И пишите свои классные комментарии, чтобы попасть, естественно, в выпуск. До новых встреч, друзья! Пока!